Добрый вечер. Мы приветствуем вас, начиная с важного заявления. Факты этого сообщения в настоящее время обжалованы Организацией защиты молодежи и отнесены в категорию информации, опасной для молодежи. Согласно немецкому историку Штефану Шайлю, Германия является не единственной виновницей в развязанной Второй мировой войны. Германия, несмотря на проводимую Польшей этническую чистку против немцев, пыталась до последнего предотвратить военный конфликт с соседней страной. Предложение правительства Третьего Рейха о готовности отказаться от всех претензий на пересмотр территориальных границ было отклонено Польшей по указанию Черчилля. Он даже запретил британским СМИ сообщать об этом. Уступки Германии превысили все ожидания и вызвали бы у граждан Англии выступление против войны с Германией. Этому, по мнению Черчилля, нужно было воспрепятствовать всеми возможными средствами. В настоящее время подобная ситуация вырисовывается между Россией и Украиной. Здесь возникает вопрос, сможет ли Россия устоять против провокации, исходящей через Украину. На этом вопросе мы с вами прощаемся. До свидания.